продолжим дальше. Просмотр пропаганды МЧС. Опять кого-то они там захватили, старые времена. Вспомнили, как бы, когда царей убивали. Пора выгнать всех этих царей. Ну и внизу у них этот отчет, спасли 100 человек. Например, да, 158. На самом деле еще сдохло 1000 в это время из-за их бездейственности. И еще что у них нет оборудования, куда людям, например, при пожаре прыгать. Заломан щиток, пятно в середине экрана. Вместо щитка они лучше бы купили вот этих вот подушек, куда прыгать. При чрезвычайной ситуации, конечно, народ звонит МЧС, но помощь херовая ему очень оказывается. Кроме дороги. Причем здесь это же полиция, ДПС какой-то занимается на дороге. Они что, спятили, что ли? Дети на дороге. Причем здесь МЧС? Ну и тем более это пропаганда, она же ничего не дает конкретно, она не улучшит ситуацию, дороги кривые кругом. И их, которые новые делают, они разваливаются быстро, я снимал про это ролики. Специально делают такую подложку слабую, и асфальт весь проминается. Такими идет волнами. Ни себя, ни ребенка ты не защитишь. Научили ребенка читать. Научите правилам пожарной безопасности. А вас тоже надо научить-то. Они сами не соблюдают. Ну, сталкивался я конкретно. Говоришь, нарушение 390-го пожарного постановления, они бездействуют. В общем, все это лживая такая пропаганда, как и по телевизору, так и здесь. Смысла дальше снимать не вижу. Всем спасибо. Почему они про пешеходов, про дороги-то все говорят? К ним не относилось это. Всем пока. Это был Синий Следователь. Лживая пропаганда МЧС включена. Впустую деньги уходят. Миллионы же рублей уходят. А никому это хорошо не сделает. Ну, им только, да, там машинки покупает начальство МЧС. А рядовые работники сейчас уже победнели. Всем пока.